Это обзор рынков от компании Tikmill. С вами я, Артур Идиатурин. Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс вмешался в рынок с заявлением в понедельник, заявив, что он разделяет беспокойство рынков касательно плоской кривой доходности, однако уверовав, что американская экономика сохраняет перспективы подъема. Чиновникам ФРС все сложнее не обращать внимание на изменения в структуре ставок, во временной структуре ставок, несмотря на череду откатов в монетарной политике. Структура ставок, грубо говоря, продолжает обвинять Центральный банк в недостаточной гибкости. Кривая доходности, представляющая свою функцию непрерывно начисляемых спот-ставок по бескупонным облигациям от срока их погашения, принимает все более тревожную форму для экономики США. Исторические примеры показывают, что превышение доходности по облигациям ближнего срока погашения относительно облигаций дальнего срока погашения обычно предшествовали рецессиям. Одной из логичных версий такого поведения является теория ожидания процентных ставок. Например, если участник рынка хочет вложить средства на 2 года, он представлен перед 2 альтернативами. Купить однолетнюю облигацию, затем после ее погашения реинвестировать средства по будущей из-под ставки в такую же однолетнюю облигацию и таким образом сформировать такую инвестиционную стратегию на 2 года. Либо у него есть вторая опция, это купить сразу 2-летнюю облигацию и дождаться ее погашения. Однако, если участник рынка ожидает, что будущее под ставку упадет, то есть через год, то ему выгоднее купить сейчас 2-летнюю облигацию, так как доход будет больше, чем от стратегии реинвестирования. И наоборот, при ожиданиях роста с подставки в будущем выгоднее купить 1-летнюю облигацию, затем реинвестировать средства по более высокой ставке. А если считать, что процентная ставка является отражением равновесного объема предложения и спроса на инвестиции в экономике, то ожидание снижения процентной ставки означает либо ожидание увеличения предложения инвестиций, либо падение спроса на них. А снижение спроса на инвестиции, как известно, является признаком замедления экономического роста, а при ожиданиях интенсивного падения ожиданий по процентной ставке, как это сейчас видно из кривой доходности США, то это может быть признаком рецессии. В прошлую пятницу доходность по 3-месячным казначейским облигациям выросла впервые с кризиса 2007 года, превысила доходность 10-летних бумаг. Это видно из этого графика. Видно, что вот если рассматривать доходность 3-месячной облигации, то она слегка превышает доходность по 10-летним облигациям. Это сопровождается ожиданиями сокращения процентной ставки в 2020 году. Согласно фьючерсам на ставку, сейчас эти ожидания нащупали твердую опору в виде сильного акцента ФРС на осторожность, обозначенную на последнем заседании. Но в то же время продолжающаяся инверсия кривой после прошедшей встречи, вот как показывает этот график от 25 марта, после прошедшей встречи, на которой ФРС устранил даже малейшие намеки об ужесточении политики, естественно, этот тренд поднимает вопрос о достаточности отката в политике ФРС и возможном, будем говорить, требовании рынка, инвесторов получить сигнал о начале нового стимулирования. Эванс, который принимает участие в голосовании по решениям комитета по открытым рынкам, заявил также, что часть факторов, вызывающих инверсию кривой доходности, приходится на структурные изменения экономики, связанные с замедлением долгосрочных темпов роста и реальных процентных ставок. По его мнению, с учетом долгосрочных трендов для кривой доходности будет все больше характерна плоская форма. В контексте той же теории ожиданий процентных ставок это звучит очень логично, если в основу ожиданий положена не очередная фаза экономического спада, а снижение некоторого долгосрочного тренда экономического роста. Тогда воплощенная форма кривой будет являться следствием естественной долгосрочной динамики ВВП, и в этом нет ничего страшного.
По мнению Эванса, ФРС должен потерпеть с повышением ставки до второго полугодия следующего года. И примечательно, что еще в январе Эванс ожидал три повышения ставки в 2019 году, указывая на то, что... И это указывает на то, что даже всемогущий ФРС может сильно просчитываться в политике, и иногда ему стоит прислушиваться мнению рынков. Разумеется, степень оптимистичности в мнениях ФРС превосходит мнение нерасположенных к риску рынков, поэтому сейчас рынок настраивается на все большие уступки ФРС, что видно из ожиданий сокращения ставки в 2020 году. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.